Десятки анапчан пришли на митинг-реквием в сквер боевой славы к памятнику чернобыльцам. Здесь участники тех событий, молодежь, общественники и представители администрации города. В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие более 500 анапчан. Из них сегодня в строю живых 230 человек. Из них 40 являются инвалидами различных групп. Благодаря мужеству этих людей сегодня мы имеем мир, мы имеем понимание того, что среди нас есть люди, которые своим героическим прошлым, своим самоотверженностью и доблестью предотвратили дальнейшее разрушение атомной электростанции. В ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС принимало участие более 600 тысяч человек. Многие из них погибли от лучевой болезни. Но тогда мало кто задумывался о последствиях радиации. Люди самоотверженно бросились на предотвращение беды. Николай Платохин – один из ликвидаторов. События того времени помнит в деталях. Нас забрали 3 часа ночи с военкоматом. От военкомата мы уезжали в Краснодар. Там была проверка еще. Потом нас отправили в город Днепродзержинск. Там мы прошли курс молодого бойца. Пока. И потом оттуда нас вызвали в Чернобыль. Непосредственно на аварийный блок Чернобыля. Мы делали монтажные работы. Вот, саркофаг, вот, крыша. После минуты молчания участники траурного митинга возложили к монументу цветы.